Более чем. Луксор доставил ошибку. Да, я захожу уже. Лежите до конца, ребята, в телах, блядь, пока бой не пропадет. Это время, пиздец. О, мне МК дали, спасибо. Вайдер меч трейд. Рыба в песчанке стоит. А можно мне трейд? Да, давай. Сделка отменена. Давай, давай еще раз. Очень быстрый. Скорострел. Пальцы крыс, сука. Я кунка, я топ дамаг. Хотя можно Мирая, блядь, умрать. Я метист. И вот эта коса, блядь, вонючая нахуй. Батя, давай трейд. Я фонарь, я топ диск. Не надо. Уйди. Все. Мне нужен Ондра. Где Ондра? А я? У тебя есть настой титана? Давайте кубав. Хорош пиздец, вообще на кубав. Мы без тьмы. Все отлично. Отчет даю. Давай. Поехали. Ложу. Каз, бейте. Ондра, Люксор, Ризига. Хорош, MVP. Ложу. За контроль, Кришкин Геба. Кришкин Досмун Бланш. Бланша не убейте, блять, ну милики, ну ебаный в рот, нахуй. Ой, даже БР по нему. Рибахнули ханта быстро. Боже. Надо стопнуть, наверное. Да, стопнули по боссу, пока не бьем. Стопнули, не бьем босс. Трэш добили. Сейчас МК еще будет. Хисяка, батя, бланш, законтролили быстрее. Законтролили, законтролили. Не бьем пока босса, не бьем. Раздали контролы. Теперь можно бить. Все, по боссу поехали, босс. Все в босс. На пулы все вдоль меча. Блять. Лужа. Духи аккуратно. На лестницу идут. Верхнюю. В миле появился дух. Аккуратно. Два в миле. Бегают. Прохил. Духи. Один на лестнице. В миле идет. За Ондра в тебя бродили. В кого там, блядь, хуй его знает. Я вам кабель. Не видел. Лужа. Ой, это духи новые. Айсбан, дай дермич. Каст. Духи. В миле зону. Веди. В миле как хуярит, блядь. Хорош, все.
Духи, аккуратно. В миле опять идет. Отводи, босс, отводи. Ой, отводи. Контроль меня, Бен. Законтролили быстрее. Да. Дай избаунд, танчик. Spirits. Духи новые. Блять, появились пачки прямо. Блять, отойдите. Дай Салю по мне кто-нибудь, Люксор. Или Арислин там, не знаю, кто-нибудь. Да, дал по тебе Салю. В танка, походу. Напуливайте на танчика. Лужа. Духи. Аккуратно, на подиум лестница идет. Прохил. Духи новые появились. Один туда побежал в милизону. Кринж Кинга, Чуваву. Чуваву законтролили, Бентли законтролили. Кринж Кинга контролю. Блять, Чуваву нахуй. Сера, дашь БР по бланшу. Духи, аккуратно. В милизону к танку подошел. Веди босса быстрее, блять. Ушли оттуда нахуй. СССР. Дай сокру фонарь. СССР раздавать, который есть. На пулы дермича. Духи новые, аккуратно. Барбаросса, Кринж Кинга, Чуваву законтролили быстрее. Блять, духа взорвались. Я, да, это я. Умираю здесь лицо. Ну, хотя бы только меня. Люксор, дай сокру. Блять, поздно, нахуй, всяко минус. На пол водормеща. Лужа вышли. Духи на лестнице. Один миллизон. На лестнице прямо за кем-то бежит. За друидом два. Окей, два. Дух, в милизону, блядь, танк отводи быстрее. Прохил. Холишит, а бейсприст, контрол. Чего? Блядь, где ты там койл дал? Пизда, нахуй. И духа кто-то взорвал. Нехороший какой-то человек. Я бы сказал, блядь, какая-то. А, порнография, блядь. 8 лямов. Прогресс. Она, бля, она все равно такая жирная, это пиздец. Смотри, хуйня. У нее еще больше половины хп. Не снимите столько при таком темпе, нет, не снимите. Да, мало, да. Ты почему, а блядь? Ну как, потому что люди умирают. Нам не надо, чтобы люди умирали. Ну, которые, чтобы которых мы не можем бояться. Все там убивалось. Все там убивалось, только что легли и пачка целая. Я не знаю, я думаю, нет. Это лично мое мнение. Хватит, блядь. Там в конце экзекутка, там забивают. Мы еще когда останется минута, блядь, мы еще забьем на трэш. Да, и там, блядь, заебись, на экзекутке зергается изи. Только бегать, блядь, только контролить и все, выживать нахуй, и все. Дальше там, блядь. 56 лямов получается. Там Бентли ебанул, и кто еще нахуй? А, это я и еще кто-то. Ну, Бентли только меня убил, типа, одну меня. Ты ну, какой, масредство. Почему вот там просто летел? Вставайте сразу. Ну, вот в танчике один дух ебал. Это 100% я уже вижу. Так, а по нему ебало. Короче, я должна признаться, те, кто не видел, но видели многие. Это я убила Бланка. Захилила, ебать, да. Но дело в том, что Пинанс выполняет две функции. Как домогат, так типа хилам. Я хотела как лучше. А ты что, у тебя не отображается, что он... Отображается. Я просто все делаю на автомате. Типа, я стараюсь быстрее все это сделать, так уж вышло. Но я хотела как лучше, Бланк, прости, пожалуйста. Диспел пальцев 0-1. Пинанс ВК 0-1. Танчик, это твой дух был. Юля Глад. Ондра духа взорвал еще. What the fuck? И молчит еще. Гухард. Тебе это, пожалуйста, блять. Все, три человека.
ставите. Рыбу хавайте, фулбан. Фулбаф дали? А где леди стоит? Там духи ресаются? Хоть где? Там по всей комнате. Они ресаются по всей комнате. Если стоять, то там будет идущий появляться. А, я помню, где стоят люди. Они не могут прямо в вас появиться. Они могут прямо рядышком. Вот. Вы знаете, сначала человека, и рядом с ним спавнится. Все, давай отчёты дали. Ну, значит, блядь, Сирус.су вообще они не должны в человеке появляться. Они не в человеке появляются, рядом. А на дистанции от него, Кирилл. Нет, Гермичка говорит, что у него появилось. Да не было. Я тоже видел. Не было такого. То вы придумываете, блядь, чтобы жопство прийти. На мне появлялось, но он не на меня бежал. Но он появлялся во мне, дух. Если он не за тобой бежал, он тебя и не ударил бы. Понятно, но дух-то появлялся во мне. Все, тихо, блядь, тихо. Закройте рот, пожалуйста. Сосредоточься, слушай. Спасибо. Ондра, иди к боссам. Лужа. Мобы вышли. Его не захилили. У нас БРК, да. Ой, да, ближайший БРК. Минута, 59 секунд. Ой, да. Пизда. Падайте. Хуета. Только не покидайте тело, блядь. Хочу бы ша закрутить. Закрутил? Сколько это наш лучший трай? 59%, да? Все, и вейт. Все, покидайте тело, чинимся. 56 лямов у него было. И оставалось 4 минуты. Там, блядь, 4 минуты, ты смотришь. Да это нормально. Это нормально, типа 59% и 4 минуты, когда у нас там пол рейда лежало, это нормально. Ну не пол, ну да, лежали там люди. Да, там слегли, блять, а до этого-то, типа заебись, ну почти фулл рейд живой. Нормально. Ты учитываешь экзекутка и то, что на второй фазе у нас милики не бьют, а потом они на последней минуте будут все хуярить. Ну конечно, по большому счету еще бы милика там поменять бы на РДД. Вообще поп, заебись. Не, у нас тогда с трэшем начнутся проблемы. Тогда клиф от. Трэшем не будет проблем. Хотя только на второй фазе будет проблемы. Будут проблемы с трэшем. На второй фазе, типа, если в МК кидается, в меня или еще кого-то, там все. Там уже начинаются проблемы. У нас по миликам все нормально, типа. Это вот сколько? 3. 4. Ребят, а все же можно хилов тоже контролить? Понимаем, мы там урон не наносим, мы сливаем за то, что у нас 5 миликов, которые бьют трэш, по сути. Нет. Это нормально. Ну, друида бы добавить. Ну, типа, какой раз уже просто в хуй забили, ни, контроль ничего не делал. Рид мои тотемы ломал, я вспомнил. Да, Рид-то такой, он тотемы ломает, он шаманов не любит, он их... Верчина была бы. Давайте шестрее, ребят. Блять, ну... Ебашим, ебашим, ебашим. Я по тому кресту, блять. Да, швепс? Нет, это не швепс. Приз, но не бест. Что, вы признаете? Вы уже вышли. Точно не я. Да чё за хуйня? Гермич умирает, ну ёб твою мать нахуй.
Вы, блядь, заебали, нахуй. Вам нельзя говорить. Сосредоточьтесь на ебаном пуле. Нажмите ебаные кнопки, нахуй. Это что за хуйня? Почему у меня танк умирает, блядь, второй пул подряд, нахуй? Секунду сложила. Хотел кунку захуярить. Сука, шивы прожал. Падайте, падайте быстрее, резайтесь. Не надо, без пиздежа, нахуй. Сдохли все и резнулись, нахуй. И зашли, блядь, в инст, нахуй. Без АФК, без нихуя, быстрее, блядь. Подошли вон к фанатикам, блядь, не знаю, кливнут, может. Падаем быстрее. Чё, Кирилл, на завтра планируешь? Все, можно заходить. Я не знаю, блять, что завтра, нахуй. Завтра, сейчас после завтра на леди идем, хм, ссылка. Давайте. Сегодня тюрьму закроем, а леди суббота воскресенье. Когда мы сегодня тюрьму закроем? Сегодня все уже, нахуй. Сегодня, да, сейчас, после леди пойдем. Пойдем отдыхать. На собаку 5 минут на остальное. Завтра могу вам предложить только тюрьму, нахуй. И у нас завтра не факт, что все будут. Тюрьма, что ли, да? Вторую и две РСки, типа, он не собирается, да? В воскресенье. Завтра ТГшку, я думаю, и какой-нибудь там, блять, реально. РСку, блять. РСочку, да. Хотя бы одну закрыть. И чтоб на воскресенье. Надо приходить, чтобы вайпаться в ТГ, блять, ради РСки. Ну, нахуй. Вырезку хочу хотя бы одну оставить. Да не приходи, ты, блядь, ну, можешь не приходить. Тебя никто не заставляет. Да. Нет, еще идем играть. Дремич, будешь так умирать, будет ру, блядь. Заебал. Он не виноват, он в анхолике еще. У него нет воли мертвых, не вкачанной, нахуй. Там мобы Mortal вешают на 20к. Типа воля мертвых тоже, плюс он в анхолике создает трейд на УЕ очень большой. Он на нем больше часть мобов. Чем больше фанатиков на нем, тем больше ему пизды дает. Дермич просто в бладстойке, не в бладстойке. Не Дермичу каплю дам, короче. Он будет под моей защитой. Давай, фонарь, я в тебя верю. Да. Причина была моя. Только давайте без ниндзин пулингов. Так, Беба, Даня и все отлично. Давайте отчет. Один. Уже. Мой верный слуга. Сорвал. Кастера? Блять, хулишит Ридика королева. Опять ритм и ТТМ, блядь. Войд БР по конке. Спуфер. Ребахнули конку быстрее, мы уже маленькие. Трэш 2 секунды. Трэш вышел. Я освобождаю. Конка сейчас будет. Кринж кинг. Хисяку не убейте, блять, милики. Вилки я не слил. Ну поехали сливать. На вилках не дамажит, у него пушка снимается. Ага. Главное его не убить. Наоборот, блядь, сейф от вас, нахуй. Он просто вихрь не дает. Потрэш. Ложа. Басмун хисяка в тюре за контролем, и босс убить. Босс убить больше, потому что не успеете перевести. 15 секунд, бейте, 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 бейте. Должны успеть, нормально.
Вы уже вышли. Короче, прохим. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки. Духи пошли аккуратно. Духи аккуратно, блять, в миризоне два. За мной бежит. Хулишит без приспунка. Дух за танком идет. Прохил умирая, кунку надо будет. Сразу. Блять, кунку убили нахуй. Аккуратно, миликов идет дух. Бейте кастера справа. Справа в том. Кунку надо бэрить. Надо, потому что не будет хватать. Дух аккуратно в РДД один. Кормище с баунс. Сера надо бэр давать потом. Урона не будет потом. Дух, аккуратно, Бентли или кто там, блядь? Да, за мной был. Перебахнули кунку быстрее. Не потеряйте, прохилите. Босса макнешь Кинга и Чуваву контрол. Чуваву максимально. Дал фирму. Невосприимчивость, блядь. Духи, аккуратно. Прохил, прохил рейд. Танчик, дай избаунд. Блядь, ну вот этого духа сейчас прямо вот около леди взорвал кто-то, нахуй. Ну что за... Это Юля. Ну, я не в миле, но да, я первого духа взорвала. Меня он почти убил и убил. Падаем. Давайте поднимем. Давайте поднимем. Да хули тут тренироваться, блядь, ну. Пока время ну, тянем, если что. Может, никто не понимает. Пусть учатся. Да если не понимают, нахуй, ну... No to sleep, ебать. Понимаешь, мы просто время тратим, и у нас типа, до РТ 30 минут осталось. Лучше нормально сделать. Падать. Да. Ну тут нужно идеально прям сделать, чтобы убить. Прям ну все идеально. Это да, без этого никак. Не зря экзит он 180 чем-то по сделали. Ну там надо как-то, блядь, чтоб попроще это было, может как-то упростить можно. А сколько мы пулов уже сделали, блядь? Ну штук 10. Все время. Блядь, что там ДБМ пишет? Максимум, блядь. 20. Кружку пива имеете в виду? 19 пулов. Могли бы. А, подожди, у меня. А, на леди у меня Динас показывает. Ну я ж на роге сейчас катал. 22 раза. Это, по крайней мере, сегодня. На экзо вообще 200 пулов где-то сделали, так что есть. Ребят, вам ваку пока не нужен? К чего? Не, пока не. Можешь мне минусануть, типа я там духа поймала, я правда... Да я еще не посмотрел, сейчас я гляну, кто еще поймал. Там просто Никита на лоу хп был, я кастила в него пинанс, я просто проебала духа, я у меня все глаза на него, сорян. Так у Никиты никогда зеленка не в КД, он каждую эту хуйню жмет зелень. Его ебашит мир. Да, не сейчас, пожалуйста. Я говорю занят. Да. Так, давайте. Дермич резать. Дермича ресниц. Да, только ты единственный, кто духа взорвал, включается. Был бы ДБМ, показывал бы, на кого духи бегут. По меткам, вообще был больше, ага, больше никто не взорвал. Один дух взорван у нас только был. Все. Больше никто духа не взорвал. Ну что, кто-нибудь поел? Камни здоровья, огурцы Лока. Да. Я уже третий раз ем, кстати. Дайте еще. Ну по мне, блядь, в детстве как заебись, что связка есть, мало урона за фиг. Дайте РДД масло, пожалуйста. Рид тут. Швепс, дай палец кого-нибудь в МК, я что? Хочу диспальнуть. Дай мне масло. Если бежишь тут. Блять, не хватает, кстати, мне, блядь, 3% критана.
Давай я тебе, блядь, дам масло, заебал. Хисяка, Эдик, блядь. Я зайду и рыловусь. Давай обмен. Лучшая тебя. Луна. А что ты хочешь, мальчик? От лучшего жреца я спасибо. А кого мы нету? Настой. Все, готов. Еще раз арчи на полу. А ща опять всех пета скину. Давай еще. Все, настроились. На победный пол. Эх. Уже вышли. Мой верный слуга. Ты не в силах. Тугуту берешь, Лин Ризик. Лужа. Good to be боссом королева. Не убейте босса, мой, блядь. Диспелю. Лужа. Кого лед стоит, кстати, из паладинов? Луксор. Окей. Лужи вышли. Милики, аккуратно, блядь. Хули шит кунка Луксор. Давайте стопнем, стопнем. Стопните ДПС, блядь, не бейте. Все, можно бить. Можно бить, дамаж. Не спал. На полный дрем еще. Лужа. Духи пошли. Аккуратно, прямо под танком, блять. Ну, ёб твою мать нахуй. Ложимся. Бесмун хули шит войт фьюри. Духи аккуратно. Духи новые появились. В миле идет за тобой дермич, по-моему. А не, за хилом каким-то. Спал. Духи новые. Бах. В пизду, это безнадежная хуйня падать. Что такое? Ну духа взрывают, что такое? Так у нас, если мы переводим на вторую фазу, у нас минус 3, это типа, ну... Ну, взорвали духа сразу, ну, что я тебе могу сказать? Ну, блядь, взорвали духа, что поделать? Ну, тут, типа, либо две так, либо менять тактику, либо просто срать до тех пор, пока люди не научатся от духа поворачиваться. Так, типа, подожди, а какая так? Пока у него ляму 60 будет, блядь, урон раза в 3 по нерв. Ну, либо так, да, либо так. Так а какая тактика? Ну, я можно взорвал было... нахуй. Бесприз не негодяем, блядь. Крова я взорвал, когда уже забыл. Хисяка взорвал. Два духа нахуй. Два, блядь, духа нахуй. Меня взорвали, когда уже легли, блядь. Ну, ну окей, ты два духа взорвал, хочешь сказать, ну? Да. Ну, когда, блядь, мы умирали? В конце, да. Меня первый не убил, и второй добил. Такой по смертям посмотрите. Вот, типа.
В милизоне, говоришь, да, первый был? Ну вон, на дирмиче и написано, блядь. Он. Вот дирмич. Автоатака. Блядь, ну, я хуй знаю. Я почему? Я кроме тебя никого найти не могу. Ну, без присты дирмич. Посмотри в рейд-чат с памяти, такой, кто когда умирал. Я взорвал, когда уже все, пиздец был. Ну мы же не говорили, то, ну, что... Ну и вот Эхисяка тоже взорвал нахуй. ЧСВ вы свой, блядь, вырубите нахуй. А никого не взрывал. Сложно признаться, блядь, что... Кирилл, как ты надоел, а, блядь. Два духа ты в конце взорвал. Ты, блядь, от одного бы сдох, нахуй, понимаешь? Если бы ты два взорвал, нахуй, весь рейд бы сдох. Где, у тебя видос есть? В конце, блядь. Там, когда три тела упало, там дирмич, скорее всего, и потом можно было поиграть еще, ну, не знаю, что взрывает. Ну, типа, прист он возле меня сдох, когда уже все вайпались. Давайте как-то договоримся не взрывать, даже если вайп, если даже 10 тел упало, не взрывать духов, нахуй. Давай, чё-то поехали. Ебали нахуй. Это не я, нахуй. Просто так умираем, нахуй, от взрывов духов. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Блядь, мне нечего сказать, я Кирилл. Мне тоже нечего, Блэкич всяко бланк. Лужи вышли. Каст. Угу. Бланш без крис босс. Ну там зеленка. Слетела нормально. Трэш уходит. Пор. Трэш уж. Лужи вышли. МК сейчас будет. Не надо, стоп, ты три ляма еще прикалываешься. Батя, мирай, блан. Идем босс дальше. Лям. Стопнули, по-моему, немножко стоп. Ну, блять, ну... В пизду. Перевозим. Да. Кунку прохилить. Или бахните такая. Spirits. Духи пошли, аккуратно. Слева два. Один за демоном идет, второй там по языке. Духи, аккуратно, на лестнице один появился. В милизону идет. Бейсмун, Криншкин, Кондра законтролили. Да, из бандер мищ. Эмай на лед нажми, сейчас град стрел будет. Spirits. Духи появились новые. За хантом каким-то одним пошел. Spirits. Духи аккуратно. В милизоне. Около лестницы. Два штуки. В миликов пошло один. Или в танках, хуй его знает, в кого-то, короче. Духи новые. По танкам вроде бы один.
Один за... Too good to be королева... Ладно, короче. Духи на лестнице дальний, сам один, Беба. Не было еще кто-то. Да, за тобой бежит, Беба. Танчик из баунд. Блять, поздно нажал на. Духи, аккуратно. Один на лестнице. Кто там, блять, кастит? За тобой Беба один бежит. С другой мили где-то там бегает. Около креста. А не, это УРДД. Мили, 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 где трэш? Трэш, блять, в ваш пошел, отойдите. Без приз бланк, блять, дай сокру фонарь. Да. Не убейте Мирая, прохил. Каст. Новые духи, аккуратно, блять, мили зону около танка, отводи нахуй, отводи, отводи, блять. Духи аккуратно новые пошли. Второй на лестнице, все нормально. Люксор, дай сокру. Прохил, прохил, поднимите милика. Мили, мили, мили. Духи новые появились, аккуратно. Батя Too Good To Be законтролили. Один на лестнице, один миллизонок к танку бежит, к танку. Пока не надо боярить никого. Опять в миллизону один бежит. Создать. Аккуратно. Блять, я не вижу, где второй дух. Духи появились. Один слева с креста, другой справа. Один в мили бежит, 100%. Да, я есть баундер мич. Кринж кинга, хисяку, контрол. СС, дадите по войду, СС по войду. Барбарос, дай СС. Духи аккуратно, один на лестнице, другой хуй его знает где. А, в мили зону бежит, в мили зону, с правой стороны, аккуратно. Войд, надо БР по хисяке дать. Че, добегу. Аккуратно, духи. В мили зону бежит по танка. Все, не добежал нормально. Поднимаю. Новые появились. Один на лестнице далеко. Два на лестнице далеко. Танчик избаунд нажми. В мили зону один побежал. Два в центре бегают. Контрол блэкиш без мунбайца. Быстрее. Фонарь, дай сокру. Да. Риди Гейс, лезь, вставай. Ладно, сейчас поскорее. Новые духи, аккуратно. В центр идет, к лестнице, второй около мили где-то. С правой стороны. Угу. Духи новые. Один слева, другой хуй его знает, я не заметил. Мили. Мили, мили, отойдите. Духи новые, аккуратно. Один слева, около печеньки. Прямо в печеньке, в мили зону идет. Этот, айсбаунд, дайдер мич. Бладж, Бекич или королева выйдите. Это танчик, или у тебя у кого там избаунд есть? В КД. Люксор, дай сокру. Блять. Больно нахуй. Прохил, 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 прохил. Дай гим нахуй про швепс. Отошли духи новые. Дал, дал, дал. Лужи вышли. Духи новые, аккуратно. За престом каким-то бежит одним. Там мой один там. Духи аккуратно, в мили-зоне под танком один. Они. Ну да, он пошел в крест, окей. Три лока законтролили. Батя, Бесмун и Барбарос. Дай из бандер мич. У тебя точно есть он сейчас. Прохил, прохил. Фонаря поднимите по хп. Каз бейте. Духи, аккуратно. Стоп на любовь. Блять, уже надо всем по боссу играть. Всем по боссу надо играть. Всем по боссу играйте, фонаря на фул держите. Духи пошли, аккуратно, два на лестнице. Под миликами дух. Бентли контроль, Бентли контроль. Духи.
не убейте. Не убейте. Айсбаунд бьет. Геру даю. Такого не было. Сейчас, сейчас стану камнем, Юлька. Убейте все боссы. Все по боссу бейте. Танчик, дай айсбаунд. Фонарь кайте просто и забирай трэш. Духи, блять. Аккуратно отошли. Больше ДПС по леди надо. Фонарь, дай сокру. Стал. Бэсмун, Барбарос, Бентли, законтролили. Блять, не хватает, нахуй. Бойки чё, блять, похоронил, блять. Диспл. Бьём пока. Каз, бить. Духи, аккуратно в миле. Вой-вой. Ты там мобы уже нахуй. Вот танка. Под босса. Люксор. Ладно, всё, похуй. Я уже сдохся. Мобы шотают уже. 20%. И что до берсы? 20%. Не, тут надо... Умирало много. Ну, не умирало, да, но всё равно как бы там... Короче, еще лучше надо, нахуй. Пять людей сдохло, когда все свичнулись в леди. Знаете, что надо? Вот уже получше научились бегать, надо Геру под конец оставлять на экзекутку. Тогда у нас будет шанс. Ее в контроле отдадут, нахуй. Ну, а проблема в том, что контроль. 30 лямов, думаешь, не слишком рано в босс свичить? Ну да, да, вообще рано. Ну, блять, я просто посмотрел, что до берсы 1.5 минуты 40 остается. И сложил цепочку в плане того, что, блядь, если мы все сейчас не свичнемся, нам не будет хватать. У нас 3 человека люди. Понимаешь, Кунка? Бы... Я не просто так не, сделал. Это я понял, да, окей. Нам бы, честно сказать, по бафам сейчас фулл состав. Вот Сандера не хватает, это бы, если честно, добавило бы косарей тоже пару десятков. Ну давай я с Инжура, не знаю, ебану нахуй. Не, ну сейчас... Ну можешь, вместо меня я могу скидить. Не, вместо Мирая. Ну тут один пул сейчас сделаем, остальное будем до проноса делать. Он шарит вообще, сейчас может у нас вайпать будет. Не знаю, может, что. Да без Мирая вообще боссы не убиваются вроде как. Типа, если Геру в конце дадим, и более-менее нормально все будет, можно убить. Ну давайте попробуем, но это просто риск, понимаете? Типа, Гера может уйти в КД от шумана, когда она сразу же дастся при контроле. Да, она сразу же. Так что лучше спула. Но так она отдастся на одного только. Она может откатиться к концу. У нас с Герой-то она почти откатилась 2 минуты осталось. Ну типа, как бы, я бы дал бы ее в конце подбить. А если одного двух миликов снять, на босса переставить на второй фазе еще? Не, не, только чувава там бьет. Ну, трайп был хороший. Ну, теперь можно еще Кунку поставить, без босса, вместе с Чуавой. Сенжура появился с Фурики, будет дамажить по трэшу. Ну, я в трэш, честно сказать... Я тут больше... Я больше, типа... Да, я в трэш больше всех тут заливаю. Да? Ну, тогда пускай Вондром и бьет хуй с ним. Типа... Я первое, второе, третье место держу, и там чисто на трэше урон весь. Я могу с самого начала бить, аж там гриповая моба. Или только на второй фазе. Два БДК и кот, не, это хуйня. Мне кажется, не будет хватать ДПС. Надо по трэшу. Мы там трэш не будем успевать бить. Пока там что еще так. Фурик. Там еще фурик. Но я из Playboy очень хорошо заливаю МОЕ, потому что. Подожди, она... ладно, Кунка, ты. И что это у меня остается? Кунка, ты на трэше, я реслин, 3 человека, получается, вы хотите. Кажется, этого мало. Ну, надо у них спросить, они ж бьют трэш. Успевают они залить или нет? Вы не успеете, вам надо минимум 4 по-любому. 4 человека нужно. А, 4 было бы идеально, еще кого-то одного. Ну, вот Арислин, Кунка, Сенжура, и тогда Никита будет. Я, Никита пусть на боссе тогда будет. А если Лока туда подключить? Трэш. Yes. Одного. А, мы же Мирая заменили, он трэш тоже хорошо бьет. Пусть это... Босса на боссе будет, я на трэш лучше. Умираю очень хорошо трэш бьет. Ну хорошо, давайте так, Никита, ты будешь на боссе на 45, попробуй ты. Ну он больше даст просто. Да, демон там, я не знаю, щемка реально хуяет трэш, блядь. А тебе все равно слотарки. Или как, или оставляем?
Не, Геру оставим, тогда попробуем. Тут, если честно, еще мне кажется, у некоторых пот или масло могло закончиться. Тоже ДПС. Хай БДК бурстят с пула, блядь. Ну там надо мобов грипать, какой БДК бурстят. Три шип, три шипа заливем один первый. Он выходит почти сразу, через 5 секунд. Из-за гриппа там по-любому. Ладно, короче, давай. Адель, ты готов? Нет? Все, давай отсчет на исходной стали и... Поехали. Поехали. Блядь, 19% стали. Хуёво, что не добили. Однако рекорд, показатель. Ну да. Ну потом состав поменяется и будет ещё хуже. Блядь, это хуёво, конечно. Лужи вышли. А у нас моба кто гриппает? МК. Перешкин, Барбарос, Анжура. Кто моба центрального гриппа? Дермич. Дермич там был свободный. Пускай он гриппы. Ну, Барбарос. Попить надо. Блять, ну... Перешкинга не законтролили. Стан сбить, чаршку ярче. Да, да, все. Давай серый БР по блоке. Вышли с лужи. Ребафнули маги. Трэш вышел новый. Good to be Bentley. Bentley, Bentley дал себе Геру. Красава. И Ридика тоже дал Геру, наверное, да? Угу. Ну это еще. Че, повезло, да? За контроль. Ну, ГЦ войд. Дамажим, дамажим. Лужи вышли. Сейчас МК будет. Больше ТПС по боссу. Батя бы с мунблэки сейчас контролили. И босса бить. Босса бить больше. Сколько у нас-то трэш? 15 секунд, 2 ляма. То что не успеть. Переводить. Как диспорл. Угу. Босса в центр. Плейбой, не забывай про духов. Плейбой? Так, духи пошли. Один под лестницей там, где босс, другой хуй его знает, я не вижу. Плейбой, только не под лицо. Духи новые. Аккуратно, это шлет духов. Батя Блэкич. О, уже взорвали, нахуй, я понял, блять. Да. Всё, вайпнуться на леди это расплюнуть нахуй. Ну, в принципе, без Германа. Ну, как я выжил. Нет, все падает. Моя аура. Но мы уже идеально переводим на вторую фазу, в принципе. Да, если Геру не смерть, не смекать, был блэк еще. Геру можно не давать. Чисто, что вот духа взорвали. В принципе, прогресс есть. Я думаю, мы ее заковыряем в следующий раз. Только получше состав немножко. Но... Блять, нужно рога срочно встать, прям один. Стабильный. Я не могу играть за милик и реалити. Неудобно, нихуя. Да за что? Особенно на леди, нахуй. Ай. Есть еще вариант такой. Фонарь, я держу. Мы шаманами хуярим с рейда за пределы, даем там геры, вы нас самоните, и мы так на второй фазе геру и даем. И не переживаем насчет контроля. Так это только на 5 минут, блять. Типа, они же в конце хотят дать, да там 20 лямов. Так, но в том-то и дело, что мы-то геру себе даем там, где-то там, в километрах от вас, в другом месте, а вы не получаете КД. А потом я понимаю, но... переводим, но такая. Когда ты берешь, ты каждый геру все равно даешь. Королева. Ладно, в принципе, пойдет неплохо. Кто там у нас еще был с нами? Эндертач был, я помню. Не переживаем.
Не было же Мирая. Неплохо. Кто такой Мирая? На ребре был, на ребре был. Мирая или Мирая? Я впервые слышу это имя. Ну, Адель правильно говорит, тут ноточку позитива. Они типа сделали там 100 с лишним пулов, у нас 19%. На каком пуле? В смысле, то же самое я сказал. В смысле, я это говорю.